Ну, давайте расскажу, как я это делаю. Я наливаю себе кофе, захожу на Kleinanzeigen, выбираю Immobilien, потом нажимаю «Дома на продажу». В большинстве случаев я дома смотрю. Нажимаю «Дома на продажу», потом ставлю в фильтре цену от 8 тысяч, например, до 15 тысяч. Нажимаю «Поиск». Все, и выпадают все дома. И надо их смотреть. Где-то есть, например, частный аукцион, сам владелец продает таким способом. Где-то агентство недвижимости, которое наскупали дешевых домов, и теперь через аукцион частный тоже продают. Где-то без аукциона. Я стараюсь выкладывать без аукциона, чтобы люди могли сами пробовать договариваться, посмотреть и купить и так далее. Максимум, что у меня уходит, 2 минуты. Максимум. Ну, натренируйтесь, пожалуйста, тоже. Ну, я понимаю, там что-то такое особенное, какой-нибудь пируэт в балете сделать. Ну, тут просто нажать 3 кнопки и увидеть дома. Ну, а там уже, смотрите, если сегодня выбрали, ну, зашли, например, на Kleinanzeigen, что-то вам не понравилось, заходите завтра, послезавтра, и обязательно появится объект, который вас устроит.